Николаевич, поздравляю с победой. Прошу прокомментировать ход игры и результаты. Ну, сегодня ребята, скажем так, и в первом тайме, и во втором тайме выполнили то, что от них требовалось. Большие молодцы в этом плане. И, конечно, в обороне сыграли хорошо. Не дали «Динамо» создать то, что они хотели. И плюс имели свои моменты забить очень много голов. Ну, сколько забили, то этого, наверное, хватило для победы. И это хорошо. Эдуард Николаевич, вам слово. Ну, я ребят тоже поблагодарил. Я всем пятерки поставил. Ну, вот в таком состоянии сейчас мы находимся, в каком есть. Не очень может быть хорошим, не хватает движения. Но в целом не все получается. Но будем готовиться к следующей игре. Дальше. Чемпионат продолжается. Большое спасибо.